ко святому великому ученику и победоносцу Георгию помолимся. Чудотворче Георгие, призренны скорою Твоею помощью и умоличие ко любцу Бога, да не осудит нас грешных по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велиции Своей милости, не презри моление нашего, но и спроси нам у Христа, Бога нашего, тихое и богоугодное житие, здравие же и душевное, и телесное, земли плодородие и во всем изобилие, и да не во зло обратим благая, даруемое нам Тобою от всещедрого Бога, но во славу святого имени Его и прославление крепкого Твоего заступления, то подаст Он стране нашей, боголюбивому воинству и я, и всем православным христианам, на сопостаты и одоление, и да укрепит державу нашу непременяемым миром и благословением, и зряднее же да оградит нас святых ангел своих ополчением, воеже избавитесь нам по исходе нашем из жития сего от козней лукавого и тяжких воздушных мытарств его, и не сужденном предстати престола Господа славы, услышанный страстотерпче Христов Георгие, и моли за ныне престанно троипостасного владыку всех Бога, да благодати Его и человеколюбием, Твоею же помощью и заступлением, обрящим милость с ангелы и архангелы и всеми святыми одесную правосудного судьи стати, и того выну славите с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков.